Друзья, ну вот у нас первый макет Марины Карповой, это конструкция ангара. Марина, сколько пролетов у нас сооружения? Где-то 54, 60. Нет, 54. Ну, в общем, здесь важно что? Что нам нужно все-таки для того, чтобы нить работала как кривая, да, за счет своей жесткости и стрелы провисания, потому что сейчас она прямая. Поднять высоту мач, мне кажется, вот на 2-3 сантиметра, где-то на 15%, 20%, да? Дальше, нам очень важно все-таки, чтобы это была не рама, а какая-то структура, вот эти связи разработать в виде крестовины, да? Потом, вот, Марина, что очень важно, это сделать все-таки треугольную сетку вот этих, в итоге, да, связей, потому что колебания вот этого каната мы уберем, если мы сделаем треугольную структуру. А так в целом получилось очень скульптурно. Некоторые моменты даже я в эскизе тогда не понимал, да, и сейчас они, посмотрите, друзья, да, как скульптурно здесь получился вот такой вот бионический хвост. Вот. Может быть, еще активнее, Марина, и острее вот эти вот ноги, да, потому что это завершение вот этой вот силуэтной линии, да, вот их бы, вот эти лапы, распластать больше немножко. Получилась фаска, вот здесь читается фаска нижняя, боковая, верхняя грань. Вот здесь вот я все-таки ждал от вас некоторые рот, да, вот это голодного тираннозавра. О, вот это силуэтная важная составляющая, вот этот вот врез. И потом, конечно, крыло, то есть некие аэродинамические аллегории моста, крыла, антикрыла гоночного автомобиля, фактура самих ворот. И что очень важно, что у многих студентов, которые идут на интересную форму, Марин, не получается, это у них не получается прямоугольный проем ворот. Здесь он более или менее удался. Так что я считаю, что мы, друзья, Марина, приближаемся к опыту европейских коллег из Института легких конструкций в Штутгарте, которые подобные сооружения большепролетные все отрабатывают на макетах. Друзья, нам это надо внедрять. Владимир, нам надо внедрять спички, нитки, тросы, любые подспудные, а макароны, да, как макароны строить, любые подспудные средства хороши. Ну что, друзья, сегодня 28 марта, и мы видим уже первый макет будущего курсового проекта «Ангар для самолета». Ту-134. Все. До новых встреч, друзья.